Более 200 студентов из различных учебных заведений города приняли участие в кроссе. Впервые эти соревнования проводились на стадионе «Старт», а не в лесу. Юноши преодолевали дистанцию в 1 километр, а девушки 500 метров. Ну, во-первых, это легкая атлетика, это бег на выносливость. Во-вторых, это говорит о их подготовке физической. Без травм не обошлось. Одной из участниц соревнований победа в забеге далась разбитыми коленками. Хотела быть первой, финишировал, так получилось, что упала. Просто уже не было сил. По результатам всех забегов победителем среди СУЗов стал техникум информатики и управления. А среди высших учебных заведений лидировала одна из четырех команд от филиала МИФИ. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.